Здравствуйте и добро пожаловать снова на канал Last of Larry в прохождении игры Red Faction Armageddon. И как видите, у нас тут вновь некоторые проблемки, но только на этот раз они не с каким-то мировым злом, даже не со злом локальным, а скорее с нашей такой системой жизнеобеспечения, потому что если с едой еще как-то более-менее, то вот с водой совсем плохо. И, как говорят эти все люди милые на экране, нам придется чинить эти самые водяные насосы, water pumps, чтобы нам как-то эту проблему все-таки разрешить. Ну и я чувствую, без наших знакомых жуков, как я их называю, дело не обойдется, или может быть даже им кто-то помог, поскольку сами собой насосы, конечно, не разрушаются, даже в таком постапокалиптическом мире. С этими ребятами несколькими, я думаю, они как-нибудь сами справятся. Я пока посмотрю, что здесь вокруг. Может быть, чуть-чуть пособираю всякого барахлишка. А это у нас выбор оружия. Вот так. Посмотрим, что у меня с боеприпасами. Ну, это магнит, это винтовка. И всего понемножку. Не уверен, что мне этого хватит. Посмотрим, что у нас здесь находится. Чего я могу использовать, а чего не могу. Нет, пистолет я не буду. Они, наверное, слишком хиленькие. Может быть, винтовку на что-то поменять. Цифры, я так понимаю, это... Заряд. Пока что мы останемся так, раз уж я смог подобрать достаточно всякого барахла. Посмотрим, что нам скажет GPS. Окей, Сэм, let's find those busted water pumps. Нано-ружье. Ага. Нано-винтовка. Nobody said this was gonna be easy. Да, и там уже надо ждут ребята. Посмотрим, может быть, я заменю это счастье. Так, где это? Non-rifle. 12. Нет. Мне пока это не нравится. Да, действительно, давайте пробежимся. Посмотрим, смотрим, посмотрим. Есть ли где-нибудь здесь эти их местечки, в которых они будут возрождаться? Мы здесь немножко пробежимся. Нет. О, нет. Давайте это. Твою налево. Очистить территорию. Проще сказать, чем сделать. Где-то здесь по углам, кажется, были... Ага, да, действительно были. Вот так. И тебе, товарищ, тоже конец. Интересно, сколько их всего. А эти так и пляшут вокруг. Как невежливо с их стороны. Может, на другой стороне где-то? Ага, вот метки.
Да, с патронами, конечно, совсем плохо. Всего лишь на все закутки. И пока я совершенно не понимаю, где эти твари кучкуются. Будем надеяться, что осталось к настоящему моменту их немного. Я вижу одну точку, но это не значит, что они не могут появиться в большем количестве. Давайте. Этого засранца прыгучего тоже уделим. Ну и теперь можно наконец отремонтировать эти самые помпы или насосы, как вам больше нравится их называть. Хотелось бы мне немножко боеприпасов найти здесь, но, видимо, вряд ли мы можем рассчитывать на много. К счастью, у нас есть подсказки, по крайней мере, где что мы должны починить. Это нам в какой-то степени работу облегчит. Так, ага, и я синенькую вот эту штуку вижу, она нам тоже частично поможет, по крайней мере, хоть что-то восстановить. В плане наших дорогих уважаемых боеприпасов, без которых, конечно, жить очень-очень, скажем так, печально. И немножко барахла, за которое мы апгрейдим эти наши навыки. Ну-ка, этого, наверное, хватит. Следующую, только аккуратно, чтобы не починить ее в то время, как мы находимся внутри, это было бы не очень хорошо. Corporal, I've got the first set of pumps running. How's the water situation? It's flowing, but something's not right. It looks dirty. Грязненькая водичка у нас. Purification plants. Deep freeze 2 isn't sending back any data. Want me to take a look? Thanks, but we'll handle it. You've done enough already. Finish with the rest of those pumps and head back home. Sam, where's the next station? Итак, следующая станция. Посмотрим, где она находится. Great. Just great. Привет. Воу. До свидания. Да, вот такой эффект меня лучше устроит. И еще раз, и еще раз. До свидания. Нет, недостаточно. Какой-то огненный тип. Если это был безопасный путь, то я даже не знаю, какой я безопасный. Besides, they're already on edge. Last thing we need is for them to find out I was involved. Perhaps Sergeant Winters could help. I'm sure Frank has pro. Так, давайте все-таки попробуем чего-нибудь получше. Например. Это вместо, может быть, вот этого. И посмотрим заодно, сколько в этом счастье максимум барахла. Может быть, я от ключика нашего откажусь. Где там это счастье? И поставлю вместо него стандартную винтовку. Так. Давайте возьмем подсказку. Пойдем дальше.
А, да. Не то заменил. Обычно я предпочитаю магнитное наше ружьишко оставлять. Давайте-ка быстренько вернемся назад. Где эта штука находится? Вот так оно гораздо лучше. И Magnet Gun. Магнитная пушка. Теперь мы получше гораздо будем дистанционно эти объекты уничтожать. Эти, конечно, ребята тем временем успели вдосталь наспавниться, но скоро мы этот праздник жизни остановим. Иди туда-обратно. Не? До свидания. Вот так, двоих. Два в одном, так сказать. Ну ладно, хватит. Попробуем вот это счастье. Нет? Как-то оно слабовато действует. Вот если бы мой шотган имел боеприпасов не 30 штук, не 35, 36. Побольше, это было бы гораздо лучше, потому что он с ближних расстояний действует, ну просто замечательно. На патронов с гулькин нос. Воу. Этих бесты не рождались. Давайте будем на этот раз продвигаться осторожно. Не торопить события излишне. Последний патрон из текущей серии. Шангана. Нет. Ну-ка, ребята. Как же я без вас? Без моих предыдущих друзей. Да тут что ли? Еще одна уже подходит к концу. Надо чего-то с этим делать. Например, вот это делать. Вот. Ну давай, давай. Такое чувство, что они продолжают спавниться откуда-то. Может быть, это не совсем так, черт его знает. Что у нас осталось? Это хрень. Может быть, так мы повоюем немножко.
какой-то. В принципе, с монстрами работает неплохо. Если, конечно, мы не будем мазать процессы. И теперь эти гаврики разрушены. Давайте мы восстановим немножко покрытие здешнее, чтобы было как-то попроще нам возвращаться, если, конечно, придется. Самое мерзкое дело это посредине всего нашего веселья провалиться. Ну, не к праотцам, но в глубины, из которых потом теряешь ориентацию по поводу своего местоположения и нахождения целей, даже с табом, с нашей такой виртуальной GPS-системой, это бывает не очень просто. Так. И теперь наши дорогие насосы. И еще один. Corporal, all the pumps are back online. How's things on your end? Mason, something's wrong. We're going to go investigate the treatment plant. Что-то не так. Corporal! Damn it. Sam, where's that plant at? Deep Freeze 2 is located in the cave system below us. However, I must caution that the area is quite large, and finding the corporal would be... We're going down there. Show me the way. Ага. Теперь мы будем искать этих ребят, которые потеряли связь. И, видимо, дело с нашими не только насосами, но и очистными сооружениями. Да, не очень хорошо обстоит. Ничего, спускаемся. Что-то движется впереди. Что бы это могло быть, как вы думаете? Она наблюдает. Что оно? Ну, сейчас увидим. Какие-то вспышки? Может быть, энергетические? Но их природу мы будем выяснять в следующем эпизоде, чтобы не держать этот слишком длинным. Посмотрим, какой он получится. И если вам понравился мой очередной фрагмент прохождения Red Faction Armageddon, если вам нравится игра в целом и серия этих игр, то вы, конечно же, можете поставить лайки. И если есть какие-то вопросы или просто комментарии, они могут быть оставлены в секции внизу в комментариях под видео. На этом мы заканчиваем и продолжаем в следующем эпизоде моего небольшого прохождения этой замечательной игры. До встречи в следующем видео.